Иначе, конечно, у меня такой вопрос к вам. Вы как-то в каком-то конкурсе, вроде библейском, участвовали в интернете. Там вам еще помогал Сергей Пупков, Вот. Виталий Калиников тоже. Ну, это я имею в виду там что-то на сайте, там, что вроде Ну, какой сайт там самый лучший, или что-то такое вы там говорили-то. Каков результат всего этого? какой результат? А если так, то я его предвидел, этот результат. Необычно, что они веб-мастера там, как насчет содержания, биография человека. Ну, мы все это выставили. Предварительно надо было знак, они которые дали, его вытащить на себя. Вот я сейчас даже покажу, как это было. Нам не просто это было. Мы не знали, как. Пришлось сообщать это даже в Киргизию племяннику. И он там это помог. О, ваша. Так, а где же это у меня здесь? У меня тут его не сразу-то найдешь. Нет, не то. Сейчас, минутку, еще раз. К истине один надо найти. Посвяти Библии, вот она где. Вот этот у нас библейский сайт православный, давно уже есть. И вот этот знак, чтобы я его поставил туда. Мы не знали, как его поставить на первую страницу нашего сайта. А иначе они не примут. Они поставили условия. До такого-то числа, там до 21 сентября, это заявки подавать. А с 21 дальше-то они будут ставить. И мы, чтобы, зная всех, они выставили. И мы должны их сами оценивать. Вот это меня больше всего удивило. Главное, ну, жюри какое-то, Олимпийские игры там или где-то, сидят судьи, они судят, разбираются. Ну, говорят, на Олимпийских играх они парят быстрее всех, а марафонский бег это очень, ну, самый большой, кажется, 42 километра, там 195 метров. И он пришел первым. И пришел не очень уставший, судьи-то заметили, судьи. Но только заметили, снимки-то когда шли, он бежит, у него часы то на левой руке, то на правой. Но дорогой он не мог это делать. Вот на чем попух-то главное. А их два брата-близнецы. А он дорогой бежит, и дальше люди, там толпа, где он, а он в это время, брат оттуда, как будто он и выбегает дальше. Как они не договорились, часы-то эти, подвели они его, ужас как-то. Ну и стали разбираться, и выявили это дело. Судьи, не участники это, участники сами с собой работают, бегут и больше. И таких случаев 10 упоминается, какие были большие, там рукой задел во время, когда надо головой, он руку даже задел, и поэтому сняли. Даже коллективно обманывали и снимали, и навсегда его с Олимпийских игр. Он больше бегать не будет. А здесь они нашли 16 человек, дошли до какого-то, 16. И мы должны проголосовать за кого-то, за одного. Я должен выбрать кого. Я стал смотреть, православных ни одного нет. Ну, за кого я могу голосовать? А они дальше пишут, если ни за кого не проголосовал, с дистанции снимаешься. Ну, я стал смотреть, которые там меньше так. Ну, девчонка там, и аппликации разные там. И все больше адвентисты седьмого дня. Тут наш сайт для адвентистов седьмого дня. Но если они для адвентистов и сразу говорят, что антимусульманский, проеврейский, то что тут говорит-то? Ну, короче, так православного нет ни одного. Я ни один за одного. 3 дня я мылился тут. И нельзя и за кого голосовать, когда они все не православные. Но до этого я сказал, вот они там толкуют. Я говорю, как толковать, когда святые отцы уже все истолковали-то? А толкуют они, расходятся. Но нет, руководители, которые начали, такое мизерное первое место, $500. Ну, $500, то есть смешно даже это. Заработок одного дня для другого человека. Ладно, я все выполнил. Ну, допустим, вначале-то я думал, что это будут они так непредвзято судить-то. А я гляжу, нет, они ничего не могут. Они друг друга-то нашли, давай ты за меня, а я за тебя там. Давайте двое за одного проголосуют. Ничего не стоило договориться, судей нету. Когда какой-то конкурс без судей. А решать будут по-нашему. А где двое, значит, это одинаково будут там по одному, для тех там поменьше, там по $50. Ну, смешно.
Ну и правда, дождался 1 октября. И там присудили одному миссионеру. Все они по-нашему это еретики. Но то, что я свой выставил сайт, и он стоял эти дни, и там могли заглянуть, хотя бы заглянуть. И 16 человек, я так, 16. Что, кто издает, там где песни поют. Я так собрал их всех вместе и умножил, размножил на 100. 100 таких групп, но только с другими материалами, ну, подобно это. Они 1% моего сайта не стоят. Ничего нету. Вот ты возьми наш сайт, вот, даже вот они зашли сейчас. Вот здесь нажать написано, сразу на форум. На форуме 1600 тем. Вот. Здесь нажать видеоканал, 12600 роликов. Дальше проповеди, 1300 проповедей. Вот здесь ответ на 4124 ответа, вопросов. А вопросы какие? Вот он, 55 папок. Это рождение РПЦ, сектанство, евреи, там, мусульмане. Что тут говорит? 33 тома по 752 страницы здесь заложено. Их ничего нету. Так это не все. Книги отдельно открытых истинно православных. Это себе расскажите. Я вам указал. Для Слова Божия нет уз. Вот я открываю его. Для Слова Божия нет уз. Вот оно все. Любой только ткни. И как сидел в вузах там. Их ни одного ничего не заинтересовало. Ни грамма. Дальше. Новый Завет с толкованием. Трехтомник. Полное толкование с откровением. Опровержение сектантских лжемудрствований. Звук и видео, вот я начищаю, звук и видео. Что означает? Вот она. Библия насчитанная. Архипелаг ГУЛАГ. Творение Златоуста 12 томов. Житие святых 12 книг. Итого 50 книг моим голосом начитано. Это все она несет. Это разные духовные материалы. Тут и ярла песни, которые передавали. Интервью, которое... Вот здесь фильмы она снятые, показаны. Первое место на международном киноконкурсе. Там не только про нас. Второе прям конкретно обо мне, Златоуст из Потеряевки, или второе крещение Руси. Ничего, это никто, никому не надо, ничего. Ну, я понял, что ничего нет. Слайды здесь сколько, ой-ой-ой-ой-ой. А дальше-то возьми, вот, допустим, Добротолюбие или Жития святых. Вот 12 книг, я их ткнул. Вот 12 книг. Открывается. Из 12 книг... В каждом дне 365 дней. Там век 1, 5, 10, ну 20 только нету. Я из 12 томов 1137 житий выбрал первый век. Отдельно из второй век, третий век, четвертый. Внизу что? Каталог на жития святых по векам в Библии это. Каталог. Теперь какие же? Здесь только говорится, каждая цифра это 2 часа 5 минут. Каждая цифра 2 часа 5 минут. Это еще тут говорит. Кассеты тогда богачей, катушки 375 метров, 8 часов 20 минут, 40 катушек. Насчитано. А здесь каталог. Вот я каталог только ткнул, открывается сразу. Вот оно. Первый век. Кто? Начинается с сентября. Какие мученики? Дальше. Количество страниц в книге. Я вот сейчас буду пропускать здесь. Вот оно. 1173 графы, это надо было сколько работать. У них ничего этого нету, это нельзя сделать. Это никто не повторит. Повторяю, это в аудио. Вот, а все. Не считая 20 века. Вот. Допустим, вау, здесь считаем, что творение Златоуста 12 томов. Раз. Вот оно. 2 часа 5 минут. Каждая вот эта отдельная цифра. Теперь первый том, полный труд. Все здесь. Насчитано было как. Почему? На каких дорожках? Какой труд? Насчитать 12 томов, каждый том по 850 примерно страниц. Но это не все. Здесь 5 томов добротолюбия. Григорий Дьяченко 4. Разные духовные материалы святых отцов. Интервью со мной, с Еленой. Интервью тут 3 со мной. Но у них ни у кого ничего нету. Ну, книга там про Елену Уайт написана. Документальные фильмы. Вот оно где. Вот оно, детские концерты. Занятия по изучению Библии. Теперь возвращаемся назад.
Здесь написано проповеди. Я открываю проповеди. 1136 проповедей. 1136, которые я говорил в храмах. Вот. Барнаула и Потеряевки, не считая там, где за границей. Список проповедей по алфавиту, как они называются. Вот я ткнул его. И вот это начинается. Сначала было не так. 14 том, открытым оком, страница 733. Авва Отче, Авраамово благословение. Вот 1173 проповеди, и они по названию. По названию. А другой скажет, ну по названию это так. А вот это список проповедей по местам Писания. Эти же самые проповеди. Проповедь, я говорил, как на Матфея, 1 глава, 12 стиха, это том 19, страница 597. Вот посчитай, это на Матфея проповеди, я сколько сказал, на Марка, это благодать Божия, благодать, преизобильная благодать. Как Павел говорит, более всех потрудился, впрочем, я, но благодать Божия. Моего тут ничего нету. Иоанна, на все послания, эти же самые проповеди, которые 1107, там сколько, 36, еще что? Второе Тимофею, проповеди по Ветхому Завету, проповеди по названию только, по ну, по оглавлению. Это только проповеди. Так это не все. А тут считаем, что стихи. Вот оно, стихи. Проповедь в стихах. 4. В пейджмейкере. Каждый том 800 страниц. Каждый том. От корки, от верху до низу. С эпиграфом. Это мои стихотворения. 3467 стихов. Вот тут вот, вот, взята отдельная книга еще взята. Отдельно они в Word поставлены. Ну что тут говорить? Тут, тут ничего нету. И они никакого, ни места, ни ответа, ни привета, ничего нету. Я теперь стал думать. А ну вот если бы у меня были деньги, и было желание объявить, я бы не скрывал, что православный там. И сектанты пришли бы. Ты мог им присвоить первое место? Вот я себе сам вопрос-то и поставил. Я не сужу их. Ну, так понятно. У меня знакомый один, Попов Сергей, а сын его Ваня. И конкурс был. Но замечательные люди, там, как у Горького, есть целая серия идет. Книги там про одного, про лауреата где-то. И он взял меня. И написал, а он ему помог, отец там стихи пишет где-то. И она заняла первое место его работы. 300, не 16 тут было, здесь я за 9-й, за Сагалагубом проголосовал, за 9-й номер. А 300 из Москвы. Но пока приехал уже на втором месте. На первое место еврейчик вылез, а еврейской синагоге написал. Личности, личности, события все, синагога. Я говорю, а чего обижаться? Они бы это не сделали, ты бы этого не имел. Однако что-то подарили. И ты рассказал. Так что, если бы православный был такой конкурс, и туда пришли сектанты, так речь-то идет не о проповеди одной, а о сайте, что он ежедневно распространяет. А у меня-то здесь, ну вот она, форум православный. Я воткнул только, воткнул сюда. Вот он, форум. 1600 тем. Вот смотри, вступление какое. О. Послушаем вступление на форум. Мир всем приходящим на наш канал YouTube. Содержание материалов, которые здесь находятся, посвящено одному. Так это что? Как поставили, такое есть. Епископ Максим здесь. Но я-то не ожидал этого. Я думал здесь другое. Вход на форум. А на видеоканал какой? Вот сейчас на видеоканал я нажимаю. Вот видеоканал открывается. Thank you.
путь освещает лишь Библии свет в земных и небесных мирах. Должны мы нести Слово Божие в сердцах всем людям планеты Земля. Забытые строки с любовью Отца мы славим вновь правду Христа. На канал. Кроме того, тут же указано, что у нас большой, в общем, 21 тысяча только фотографий. Это мой мир. И никакого, ни слова, ни полслова. Ну, там они заранее сказали, хорошо, говорят, если не займете никакое место,
не теряйте, зато вот опыт у вас приобретается. Ну, мне-то еще я с ними, там, может быть, какие-то мальчишки собрались и сказали. Ну, все равно, думаю, сразу вспоминаю Владимира Вольфовича Жириновского, когда выборы кончились, он говорит, ну, народ-то какой? Кто еще знает? В Санкт-Петербурге Ксения Собчак набрала больше голосов, чем он. Ну, что у ней, за ней, что она? Я бы сейчас Крым отдала... Там то другое. Ну, нарочно все, нарочно. И, ну, народ-то не нарочно идет, голоса. А если бы она была президентом, это... Ну, она не была. Ну, да, ну даже вообразить нельзя. Жириновская там какая-то программа есть. Это, ее там клоун, скунс там называют. Ну, образовать партию это непросто. И он держит, миллионы голосов набирает. Миллионы. Не два, не три голоса по стране, там 5-7 миллионов. И здесь тоже так. Ну, какой конкурс? Кто за кого проголосует, тот и есть. Ну, были бы совсем неверующие люди. И любой бы сказал, да, чем вы? Тут сравнивать не с чем. Так я еще не все показал. Это ответы, это занятия в 5 университетах, в милиции, 3 радиопрограммы, и все помещено здесь. Ответы людям. Там ни на одного вопроса не отвечают. Фотографии никакие. Ну, 21 тысяча фотографий. Вот так. Поэтому для меня это урок. Я говорю, если бы мы православные подали сектанты, как бы я? А ведь конкурс я православный-то. И сектантам, еговистам, там, Свете Лигову я присвоил бы им первое место. Ну, понятно же, ответ-то сам по себе. Это не просто так. Я благодарю Бога, все закончилось. И кто это основал, думал, сделал, слава Богу. Хотя я думал, что если 500 рублей дадут, я хотел отдать Виталию на его элементы, а потом тут наши сделали объявление детям, 4 ребятишек. Я сразу у Виталия попрошу эти деньги, чтобы он перевел их на дробот. Я сказал, что у них, у дробот, фонд образованный. У нас он есть уже, это, попутно сказать, где. Я сейчас гляну. Вот смотри, какое у нас здесь объявление. События. Вот. В нашей Барнаульской крестовоздвиженской общине в возрасте 42 лет умерла дробот Анастасия Валерьевна. Ну, бывает, просят, лишь бы деньги были. Осталось 4 детей. Ена родилась 23 февраля 2001 года. Иван 21 мая 2002. Ефросинья 29 октября 3. Нестор 14 марта 6. Муж глухонемой Андрей. Дальше три ролика. Отпевание ее сестры. Отпевание и проводы в последний земной путь Анастасии Дропот, сестры нашей, 25 июля 2017 года. Поминки об Анастасии Дропот, похорону, не выдумка. Есть у людей желание помощь оказывать, стали писать, расскажите, где они, как помочь. Просят адрес, вот ответ. Галина Загуляева. Помощь можете направить на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона 7906968630. Галина Александровна Загуляева. Это моя карта. Община доверила мне собирать и хранить эти средства. Расходуются средства на те или иные нужды детей по благословению батюшки отца Акима Лапкина. По совету Лапкина Игнатия Тихоновича и нашего врача Яковлева Виктора Андреевича. Для других, кто будет спрашивать номер карты, это Сбербанк 4276-0209-4465-7334. Я тогда говорю, перевести на них. Я уже в воскресенье сказал, надо, чтобы объявление будет, пока не накопится семизначная цифра. Это не так и много, потому что отделяться будет от дома, где-то построиться надо. Семизначная, это значит 1 миллион хотя бы на 4 собрать. И поступает, кто 1000 послал недавно один, 500 рублей дали. Вот здесь. Конечно, это... Маленькая, но пока нет ничего почти что. Но если я начал это дело делать, то что-то будет. Я думаю, Бог благословит, раз мысль возникла, я уже пристал к этой мысли-то. Это не мое, где есть. Вот такой ответ. Я благодарен всем, кто, как Виталий Калиников, помогал здесь. Молились об этом, я объявлял. И что, результат такой, ну, от меня он не зависел. Богу слава. Так.